Что там А по чё, без этих балансу? очечков типа не пустит никого? Допустит. Сет только. Да. Сейчас, Питер, миссия началась. Давай свой план выкладывай. Давай нет. Не делай глупостей, вау. Вот Спитер как раз с его болтовнёй, он как раз, в принципе, подходит под роль КС. Надо ему отдельную частоту ДВ давать, лучше частоту ДВ противника, и пусть он с ними будешь разговаривает. Будешь так говорить, я буду на ДВ танцию настраивать, конечно. Мозговой штурм противнику. Да нет, скорее всего... Надо, короче, подобрать рацию противника и просто... Говорить. Голосовая доса. Мозгоника выключится, мозг, как и он будем? Убежит. Будем ехать быстро, долго или очень долго? Я поехал по зеленой, прям на полной скорости. Нас же убьют. Салах Акбар. Нет, там нас ничто не спасет от РБК. Ты города, да. Там сплошные деревья, камни и пригорки. Короче, смотрите, у синего маршрута верхняя половина там практически по пустыне идет, так что там нормально. Вот, но потом мы спускаемся в долину, где Гармарут и Димагалай, и там нам будет немножко тяжело. Да. Вот. А верхний маршрут, там вот только одно место, это между Муладостом и Хушабом. Если его проскочим, то дальше вместе нормально все пройдем, скорее всего. Как же Анар? Это как? Это ты, Миша, оранжевый, Миша? Да, оранжевый. Или как же Анар? Какой Анар? Ну, где пересекаются оранжевый с зеленым. Ну, там можно заштурмовать, в принципе. Там же, когда ты едешь по какой-то линии, у них же начинает писаться это или нет? Нет. Нет. Я помню, когда что-то докуда-то езжал, писал. Всем пофиг, старая версия. Всем пофиг. А, окей. Там все забыли, что убрать. Ну все, убрали. Там есть проблема такая, наверное, не знаю, проблема, не проблема. По оранжевому нужно будет влетать и поворачивать. Да. Это и проблема, и вроде бы хорошо, то есть, с одной стороны, если они где-то в Анаре, в принципе, если они в Анаре, так же в лоб будут бить практически. Если они в Анаре будут, мы можем просто бэху перекинуть на Гурду, ну, в тот район. И она весь этот Анар с землей сравняет. А что у нас дальность? А, Гурдур это где? Гурдур это справа от Анара. На любую высотку возле... А, техника зоны. Может на... Это? Гурдур... Любая техника... Кроме грузовика, все могут. А, изи. Я уже забеспокоился. Вопрос в том, кто будет... Тот человек, кто будет сидеть в грузовике и, грубо говоря, отвечать за все. Согласен, я крайний, ребят, давайте, за что потом меня расстреляете? Да, а у нас одна бронетехника? У нас Питер как бы за все ответственный. А если у нас пустить одну технику по зеленому маршруту, допилить до Анара, уйти потом на это там? По зеленому маршруту любую технику сожгут. Там садишь гранатометчиков бастами и все. Да где угодно садишь. Нам, на самом деле, вырваться бы из зоны и прилегающих территорий красных, вот из этого, да вы на любой маршрут, потому что где-нибудь в районе Бастама, Вализара и, ну, навряд ли на синем где-то будет засада рядом с нами, в принципе. Но вот Бастам и Вализар, скорее всего, будут засадами. Поэтому, я думаю, техника наша выйдет где-нибудь между зеленым и синим, по пустыне заедет, Бастам весь прочекает. Просмотрит, с пехотой имеется в виду, десантом. Либо Варизар проверит, либо Бастам, то есть надо решить. Я бы по синему поехал. На самом деле мы можем разведку стить на БТ. Давно не ездили на синему, да? Оранжевому маршруту. Да, кстати. Вот, а пока мы там шорох наводим в районе Муладоста, вы попробуйте там пройти где-нибудь по синему маршруту. Это, знаешь, и вроде хорошо, и плохо. Мы опять разделимся, нас их так 3,5 инвалида, 2 человека надо в технику, наверное, да? Один Худ ходит на это, 10 человек остается. Да, думаю, разделяться не очень такая. Мы... Тут вся проблема в том, что увидит вот, в районе Бастама и Лализара их разведка. Увидит ли она, куда поехал грузовик, и разделились мы или нет, или не увидит.
У нас вот тогда было, то увидели, что да, реально грузовик поехал, тогда да, все сместились нормально. А когда видели, что вроде как бы разделились, в итоге все остались на своих местах и встречало очень мало человек. В итоге надо сделать так, чтобы не увидели, куда поехал грузовик. Да, если... Подождите, у нас есть Урал обычно? Нет. Неизвестно. Жалко, нет. Потому что его можно было бы как это... Как? Да, УАЗики только. Закамуфлировать. Подставная утка. Ну да, да. Слушай, а сколько у нас? 60 минут, да? Делать? Да, 60 минут. А что если мы сделаем, смотри как. Оставим машину на базе пока что. И поедем обычным порядком. Просто поедем, да, типа чекать. Если там нас разбомблют, война начинается, еще что-то. Есть возможность, что они на этом маршруте все просто израсходуют. РПГ. Ой. И тому подобное. И просто этого РПГ знаешь сколько? Много? Ну да. Немало. Но вряд ли, ну смотри, вряд ли они будут докладывать о несуществующей машине на этом маршруте, смотри. У них с рациями тоже не очень все хорошо. Да, ДВшки у них есть, КВшки есть, но единственное, что они вот, мы тогда играли, да проблема не, Паш, была дело ДВшек не у нас в докладе. Не, ну, да, метками можно обменять. Доклад для нас наоборот правильный. Допустим, мы идем по синему маршруту, машина находится на базе. Они нас встречают, начинается замес, они, да, ну, по идее, допустим, доложили, что здесь нету машины. То есть сюда стягивать силы нет смысла им, потому что машины здесь нет. Либо они отступают, либо дальше нас зажимают. Дальше нас зажимают, а через, грубо говоря, за сколько, вот надо просто посмотреть, за сколько машина доедет до точки, ее только до конца миссии за это время вообще выпускают. Знаешь, никогда такого не было, чтобы это машину сразу пылились. Всегда сначала боевые силы шли вперед, а про машину вообще ничего не известно было. Но в самый последний момент узнавали, что машина именно на этом. Машину нашелся. Сжигали и обнаруживали только тогда, когда она уже себя показывала, да. Непосредственно там, где уже перестрелка идет. Не знаю, последний раз мы поэтому играли по оранжевой метке, мы обнаружили сразу и все силы, и машину, которая ехала. Ну там ехала. Тащили все вместе. Да. Просто все шли туда. Друзья, там, если там, запалить там машину на одном маршруте, а потом переместить ее сразу на второй? А это долго. И в смысле? Ну, у нас сейчас есть. Нет, в этом плане есть какая-то, в принципе, логика, потому что, ну, смотрите, палим, доклад идет, но нам нужно понять, что на этом маршруте есть наблюдатель. То есть надо как сделать? Понять, что есть наблюдатель, показать машину, доклад пройдет, и желательно, чтобы этих наблюдателей сразу убрать. Подождать, когда машина, они все сориентируются, все передвинутся в направлении там, где эта машина была подсвечена, и уйти по другому маршруту. Только так тогда можно. Окей. Давай решим, по какому маршруту мы идем для начала. Имеешь в виду, где будем засвечивать? Нет, ехать. А, изначально? Нет. Ну, зеленый сразу отпадает, этот, как говорится, раш вариант, быстро, быстро сгореть и перейти к следующей миссии. Зеленые точки, это те места, докуда мы стопудово спокойно доходим, а вот дальше ну, давай. Начинаются проблемы. Хочу давай синий. Предположим, что мы выбрали синий, а РПГ на какую дистанцию бьет? 900 метров примерно. Ну, никто не будет такое да, синий ставить. Да, ну, прицельно. Ну, короче, где-то 400, да? 500, да. То есть нужно чекать все скрытые места от дороги на 400 метров, 500, туда выходить пехотой. Самый опасный район это Эмират и Гармарут. Ну и Тимиркалай может. Нет, то есть опасный вариант это синий маршрут. Сейчас горку отмечу, с этой горы просто можно видно всю дорогу, которую вы отметили. Желательно в синий канал поставить. Но постреливать они не будут. По сути, они могут поделиться свои силы, одни послать в Анату, другие в Тиму Талай. 2507. Да. Да, вот сюда. То... Сейчас ты в группу канала написал. Угу. Почему я хочу синий? Потому что там Бэха себя свободно будет чувствовать. С высоток. Но тут проблема в том, что... Едите, а мы в 4 человека эту разведку пустим по оранжевой. Если у нас вообще все чисто, вы к нам перекатитесь.
А если мы на кого-то наткнулись, мы обратно. Ну, машину мы держим на базе, договорились. Да, то есть да, нам да, же да. нужно человечка просто кого-то подождать. Или потом из группы выживших оставим, вернем на базу. А там давай есть машины-то. Да. Да, есть. Она может не добивать, Урали, надо постоянно связь держать. В общем, машину оставляем на базе, никого не оставляем на базе, просто возвращается кто-нибудь из группы на транспорте. Главное, чтобы там был транспорт. И забираем и едем. Все, наверное, так действительно. Тут не пишите. Да. Бля, чтоб ты понимал, то есть разведка, это, да? Разведка оранжевая, синий это основной маршрут, все группы, да, да, бронетехника, да. Все же весь металлолом. Ой, Паша, опасно, нам потом может быть не на чем возвращаться обратно. Бетер вернется там. У талибов, если они там будут, они на чем-то там приедут. Можно будет найти их на транспорт. Ну все, да? Ну, тогда 1-1-Б получается вместе с БМП и с Уралом двигаются по синему маршруту, да, 1-1-С. А пойдем по оранжевому. Вы УАЗик берете? Нет, у нас БТР есть. А, у вас БТР есть, хорошо. Ну, УАЗик тогда мы возьмем. Да, берите. Будем сейчас говорили. Решим, фристайм еще 5 минут будет. Так, ну мы готовы, да? Можете перевалочный пункт в районе Нара устроить, там здания вам какие-то есть. А фейстайм есть? А, все. Эти здания хорошо просматриваются с горы. Какая разница, ты что, пару человек на гору вывести не сможешь? Что там ДШК не зарешетит за километр. А кто Урал любит? ПЗ. У 1-1-Б частоту напиши. Я написал уже Береза. Там талибы вообще живые или нет? А у них там это, у них там говорят ор какой-то, 15 минут только кричат. А это, кто Урал ведет? Кто водитель? Спитер был? Нет, Урал, я же говорил, Урал мы оставляем на базе. Никто а не потом? Идет. Мы сначала проверяем человечка. После проверки выделяем из отделения человека. Человек возвращается на БМП, на УАЗике, на БТР там, или на талибской машине. На двоих, базу, наверное, Паша. Машину. Двоих, наверное, на чем едем туда? На БТР, что ли? Ну, тебе? Давайте у нас... БТР, наверное. Если я выжил. Ну, на БМП, что ли, все едем? Ну и УАЗик. У нас по-любому какая-то техника должна. Ну, хотя да, ну 7 человек в УАЗик и еще двое в БМП. Если я не выживаю, Каштан берет Урал. А у нас трансов абсолютно случайно нету, потому что если... Надо проверить, Урал, надо проверить. У него коллижен модели вообще не будет. Надо кого? Проверить. РПГ с него трассы, пролетать трассы. Будет. БГС. Ты это проверишь? Чего нету, подожди, еще раз не надо. Что? Чего нам нужно в Урал положить? Да, если бы у нас был трос, берешь технику, трассом цепляешь, она же, знаешь, когда на поворотах едешь, она сквозь дома пролетает. У нее коллижен модели нет, то есть РПГ сквозь нее пойдет, тоже пролетают. Читы бан. Да, это байки, нельзя так бан. Ты как Аздоника, еще раз ломает здание. УАЗик цепанул и поехал к зеленому, и тупо хочешь победу? Да, не валя, как хочешь, чтобы у Аздоника точно сердечный приступ был. Так когда еще Аздоника меняли, он это не переживет же, бля. Сейчас я схожу к ним, послушаю, что там. Да, там разберемся, короче. Так, вы готовы? Да. Ну все, то что-то они вы там молчите, молчите. Мы уже думали, вы там померли все. Да вроде уже написали много раз. С таким балансом мы вроде сейчас и так и умрем. Да нет. Они готовы. Что там за синяя хрень рисуется на оранжевом маршрутике? Понятно. Где? Там что-то рисуется. Красное рисует, смотри. А, ну. Может, это ваши канальные? Это канальные? Да. Не, я у меня никаких методов. Это анальные, да. Анальные. Возле Хушаба.
На, вон, смотри, на оранжевом маршруте. О, поздно. Это самолет. Тан-т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 ан, блять. Место. Отсап, мига. Проверка. Проверка. Опа. Алло. Студент на КВ. Барское пуло. Так, а куда я гранаты-то делал? Ящиков не завезли. Вау, вау, все пора. Не валяшка? Не валяшка? Господа, кто богоюзить да. хочет? Есть кто да? Есть желающий богоюзить. Я желающий. Так, что надо делать? Как сказал РМ, у вас Даника, наверное, сердечный приступ. Нормально. Мы тогда к БТРу ее прицепим. Не, подожди. А если БТР... Какая условия победы, можете сказать? Как настраивать радость? Завести просто Урал. Квадрат. Поехали. Дайте мне УАЗик. За проезд-то и даем. Рачок, ты УАЗиком не потянешь. Так скажите инвалиду, как раз он устроит. Какая там это? Не тянет он. А чё быстрее, Беттер или БМП? Ctrl-B. Беттер, скорее всего. Сейф здесь, мы маршрут проверим, потом просто одну технику отправим. Есть кто из нас? Да. Берёза куда грузится? Так и чё? Берёза БМПшка берёт, берёза. Из патронов оставили, а? С кем автоматами менялись? Алло. Надо было... Надо его нет еще, сейчас. Берёза на ПМПшку, да? Бля, у нас что, это вишня какая-то, один ДНЦ? Надо трос сейчас выгрузить и положить его в этот... в Урал, чтобы потом техника, которая приедет, подцепила. Сейчас, на самом деле, вы все в УАЗик можете влезть. Угу. Будешь, что-то у нас трупы не образовались? И пока чё? Нет. Я сам раз спрыгну, как начнется лица рубка. Ну просто лайк пролететь, короче, по зелёному лица. Тебя бы одна РГ словила, и всё. Да нет. Ты мне вписался в поворот и сгорел на какой-то стол, блин. Не, ну слышь, на самом деле, ну блин, там разве сколько он... Трос положил. Не забывай, что ещё на дорогах могут быть мин. Поэтому аккуратно. Эй, у нас ракеты. Эй, а потом я пройду. У нас это, предатели. Готовы забрать там что-то. Шпион, да каркан, шпион. Медики есть? Смотрите на него. Был санитар, радость моя санитар. На идею. Ты можешь ходить? Лучше играть. Добрый день. Нет. Нет. Добрый. Это, Спитер, где твой медик? Быстро. Медик бы стоял вот здесь вот. Но это не твой медик. Нет, вот. У меня уже лечит, кого там ищет. А, все. Радость моя, а вон. Все, я нашел. Нет. Так, ну-ка. Друзья, техник. На ракетах БМП вы сдохните, вы чё? Че? Алёса ворует с УАЗика зачем-то. Цыгане. Блять, чё это? У кого-то тикет уже. Прорад. Неплохо. Какая-то дичь. Ты думал, что будет как-то ночью поехать? И голос такой, там, радость моя сделала мне хорошо. И жена на измене. Тут стал шивать ему. Спасибо большое. Спасибо. Это ненормально. Так, как едем, на чем едем? На БТ, на БМПшке. А УАЗик что, бросаем или как? Мы что, не знаю.
Да возьми меня на УАЗике, поеду им. Ну ладно, я возьму УАЗик. Да я хочу гореть. А машина? Кто тут? Я один на броне, значит, да? Ну, скажи. Чё все сюда пришли? Если просто я сижу с водителем, значит я выживу. А, вот ПЗ, всё. Машина. ПЗ сказал, я за УАЗик, если побежали в УАЗик, ясно. Так он гореть-то будет, вы чё? Ну так, я же говорю, я хотел гореть. Начинаем. А чё, все будем гореть? Зачем нам ПВП? Нас маршрут уйдет и будет работать. Семь человек с полной просто УАЗик. Гореть, гореть. Гори в аду! Едем, едем в соседнее село. Кто-нибудь смотрел «Зловещие мертвецы»? Это было настолько давно, что да. Уже не помню. Вышел сериал, продолжение. Там этот же чувак снимается. Эшби. Так же называется «Зловещие мертвецы», да? Эшби против «Зловещих мертвецов». Mm-hmm. Ну я так это, полсерии посмотрел. Ну ничего так, с стилистики старого фильма. БМП выглядит. БМП выглядит. БМП не на ДВ. Сейчас. Вообще, БМП что управляет? Там нуклеры и еще кто-то. БМП, вы где? Нас тут. Вон они едут справа. Че у вас там? На ДВ что ли нет? Я тебя смотрю, вроде вообще нормально. Вы там сильно не отставайте, мы тут без пушки, нам нужно прикрыться. Ну да. Как? Слушай, пуще он впереди вообще едет, нахерена нам впереди? У меня и пушка есть, и броня покрепче. Нет, если что мы примем на себя. Вместо БМП? Да. Так у них техника есть какая-нибудь? А, есть. У них ДШК там всякая... тому подобное. Нет, но просто смотри, ДШК и мы можем выбить, да. То есть против него будет только живая сила, в принципе, выступать. То есть если нас выкосит, он сразу много потеряет, ну, мы много этих потеряем, если нас выкосит. Мы-то еще можем после прочего. БМПшка, давайте вы вперед, впереди будете. Да, это будет долго. Оно придется еле-еле. Помню, танки ехал, фугасы кончились, и просто начал этими бронебойными людей убивать. Да. Я смотрю его. А, ну наверное, ты да. Вы вперед, вперед. Мы за вами. Поехали. По сторонам посмотрите, главное, тут уже РПГшники могут быть скоро. Пусть будет вам соседнее село. Это разведка, проехали Лализан. Двигаемся по маршруту. Фигня. Фига, они там звучат вообще ужасно. Мы до первой развилки подоехали. Пашка, вы там остановитесь ко мне, посмотрите. Впереди у нас, который с правой стороны. Вырубите вы музыку, да. Хотя, может, здесь никого не будет. Все равно будем гореть. 10 утра начали, да? Да. Да тем более, Паш, нам уже машину надо тоже сохранить. Что правильно сделали, берет БМПшку. Нет, эти камни с правой стороны очень-очень напрягают. Кто поставил красную метку березы? Я ставил.
Ну, мы же не на блоге, у нас как бы синие метки на себя. Нет, у нас красные на себя, синие. А, да, тогда мы на... А, да, мы же... Мы на блоге, мы на блоге. Значит, на блоге наоборот, я уже запутался в этом мире. Она в другой, пожалуй, иду. Надо было выбрать, типа, за какую сторону играешь, такую метку ставишь. А что а, делать с гражданскими зелеными, непонятно. Все-таки хорошо, что я за 500 рублей монитор урвал. Да? Че, еще один? Нет, ну, да по второй монитор. Я говорю, дополнительный, да? Да-да-да. И че, там сейчас у тебя карта? Нет, у меня Steamspeak, сам Aircon, с OBS запись, смотрю, работает, не работает, там, Skype, чтоб всякие яздоники когда покают, но не сворачивают. А тот у тебя также, да, остался ставить? Да, да. Не, я тебе все-таки рекомендую попробовать в огне, немного сильно потеряешь там в плане этого обзорности, но очень удобно быстро переключаться между всем, все работает вообще шикарно. Хорошо. Максимум только вот этот вот сверху заголовок съедает какое-то пространство. Так, мы сейчас до первого поворота этого доезжаем, по-моему. GPS-то есть у вас там? Да. Отлично. Вот и есть. БМПшка, вы там как? Все нормально у вас? О, все. Пригодились наконец заготовленные маткеры. То есть когда можно. Ты нажимаешь, и сразу ставится. Просто я как бы упали. БМП. БМП, вы на кого есть? Слышу, опять вышли. БМП, вы на какой КВ? На вашей. Блин. Понятно. Ну вы хотя бы ДВ уже настроите. Мы на двух, да, и на ДВ тоже. А то я вам говорю, а ответа нет. Раз-раз, слышно? Да. Раз-раз. Я не знаю, чего я на ДВ. Слышу. Мы близко там к ним вообще идем. Щелкайте, по сторонам смотрите. Да, этим занимаемся. Мы скоро сгорим или нет? А разведка, что у вас там происходит? Паш, сейчас предлагаю это, бомбышки с дороги уйти и на высоты пойти. Сейчас будет место. Да, делать. Разведка, прием. А мы что делаем? Как у вас дела? Блин, плохая связь. Разведка достигли Молдо, документ координации. Принял. Если мы стоим, то это, ребят, если надолго, то спешиваться надо, а то вынесем всех чертов. Это да, сейчас мы просто тут... Просто я уже очкую въезжать в Эмарат. А мы уже подъехали, да? Ну да, мы на перекрестке стоим. Эмарат, стоп, машина. Спешиваемся? Да, ну, тут, да, спешиваемся, сейчас проверяем гору пешком. Все. Предлагаю его с бэхи осмотреть. Прям это разведка, мы выше спешили, сейчас пешком проверяем холмы ближайшие и потом пойдем уже дальше. Давай стоять немножко. БМП на 140, на 150 холмы посмотрите в оптику. Хотя нет, у меня бинокль есть. Ну здесь поле, здесь ничего такого. Негде спрятаться. Да. Нет, ну просто здесь это всегда был засада. Высоту нормальную займем, осмотрим город. Давайте. А, пехота на 160 на холм, поднимемся.
Здесь уже враг где-то может быть, это 100%. Если вообще есть они здесь. Так, у нас получается на 220 марат. Вот этот стрел. Все коробочки наши. Конец настанет, наверное. БМПшка, что там видно? Не, нормально. А вы Марат видно вам что-нибудь? Сейчас подъедем поближе. С договора. Пока пехота по сторонам смотрим, чтобы нам никто не вышел. Противник тех, особенно на 120. Паша, ты что передали пошел? Нет, Спитер. Ну я же хотел гореть в УАЗике. Я не рандомщик. Еще один кто-то, еще один кто-то. Это я Конкат еще пошел сказать, чтобы он не бежал вперед. Два рандомщика, понятно. Такие не рандомщики. Техника есть? Я вызвал рандом. Что техника? Паша, передай по хишу, мы ее потеряли. Нет, только эти. Что передать? Я слышал. Позицию лучше занять. Вы тогда, если пошли, вы проверите город сразу, посмотрите. Ну давай смотрим, пока поездников никаких нет, что там кто-то есть. Я этим двум пишу. Ну я тоже уведомляю. Разведка у нас предположительно контакты на перевале, пока не проводим до разведку. Кто слышал? Принял. У них там контакт на перевале, только я не понял, каком, видимо, где метка БТР. А синие точки это что такое? И не знаю. Ну это наше передвижение, типа. Нет, скорее всего нет. А, враг, может, это горы помечали, где видно дорогу. Понял. Так, Каркарыч или кто там, Спитер, вы там дошли уже? А, мы нагорели, чем смотрим, светку на город. Хорошо, тогда мы сейчас на УАЗике пехоту оставшись доедем в город и проверимся. Пехоту, выгрузимся в УАЗик. УАЗик на 350. И Каркар, и Спитер, вы там лежите, смотрите, наблюдайте, и БМПшка тоже. Вот он так. Так, кто еще не погрузился? Ох, сейчас все скорее. Все. Я предлагаю, Паш, что это передвижение делать двумя группами. Одна уходит вперед, вот, другая прикрывает ей тыл. Та разворачивается. Ты про город? Ну вообще, вот сейчас мы бежим, ой, в жопу никто не смотрел. Да это мы не поможет тут сильно. Не, все поможет и зря, нас тогда в жопу пришли, ребята. Ну тогда давай сейчас решим, кто сзади будет прикрывать. Я буду тогда это, замыкающим. Да, давай. Мы, Пашка, вы как-то не вовремя решили позицию сменить. Мы не поедем тогда сейчас в город, сначала ждем, когда вы позицию займете. Так, сейчас камняк заныкались. Кто-то высадился. Знаю. Я высадился, потому что мы встали. Я в камнях вставлю машину, прячу. Пока спешимся. Еще раз. Можете выдвигаться. Пешком идем. Не в машине. Пешком. А Спитер и Каркарыч сейчас потом за машины или мы там вернемся, решим, короче. А я сейчас вперед передвигаюсь, чтобы посмотреть дальше. Понял.
Так, второй этаж ничего нет, не видно. Горы посмотрю. Да-да-да-да, горы смотрю. Есть предположение, что надо в камнях на 260 сидеть. Ой, на 250. Может быть там. В больших сидеть. Там, на горе, на холме? Да-да-да, может быть там сидеть. Да я смотрю уже, там ничего нет. Так, прием, это разведка, достигли перевала, рассматриваем его в молодости щит. Принял, мы входим в Имарат, сейчас будем проверять его. Так, все, начинаем движение вперед. Группу прикрытия, та, которая на горах у нас, смотрите. Где еще раз? 2505. Так, проверите город, я пока скоординируюсь там с другим отрядом. Дома все проверить. Я думаю, если бы здесь кто-то был, он бы уже показался. Да. Люди бывают вообще чудные, так что. А позади у них мин нету? Есть мины. Но мы видим, что там на дороге или кролик, или мина, далеко непонятно. А далеко? Сильно? Сейчас метку, блин, опасно. За городом, то есть, да? Да. Я ничего не вижу. Посмотрел, два дома, вроде чисто. Город пустой, походу. Да, похоже на то. Поставил черный высоченный знак. О, это далеко, да, возможно там что-то есть. Сейчас бинокль посмотрю. Ну в бинокль я тоже смотрю, там что-то черное на дороге. Ну если был католик, он бы уже сдвинулся, я об этом. Он на по возвышении горы? Прямо на дороге, прямо на дороге. На дороге. Вижу, да, что-то есть. Торчит что-то. Это БМП, мы сейчас повыше заберемся и будем осматривать гармору. Я посмотрю на Марьяну с этой фигней. Так, группа, пока стойте, я сбегу сейчас за УАЗиком, привезу УАЗик. Можете там кто-нибудь поразбегать, проверить, мина это или не мина? Окей, я могу сказать, чем выдвинуться, посмотреть. Я говорю, я сейчас поднимаюсь и посмотрю на ситуацию. Короче. Слышу. Да, смотри, я пойду сбегу, проверю. Понял, там вас, Имарат проверили, тоже чисто, сейчас там предположительно мины у нас на дороге. Ладно, мы сейчас это проверяем и дома, едем, да? Дальше. Кто-то так по дороге бежит очень, это смело. Ушел бы он на обычно. Ну, мы двигаемся. Ну, не пойму же по дороге. Нет, я двигаюсь через лес. Поехали в город. Там сидешь, что ли, в машине? Не, ну если нет. Он спалит нас, то это гадом. Какой-то... Или отходи, понятно. Придется мне его пристрелить. Я как бы с мотором секундочку. Понял, ну в городе остановишься. Стрелять. Так что там, мина, не мина? Сейчас. Нас еще посмотрим. Так, ты на КВ, Радость? На КВ? На 102-й. Понял, а тогда будешь с УАЗиком оставаться, доводить, возить, так как медик, то есть, чтобы ты ни сразу не погибал. Да, понял. Похоже на ПП именно. Ну вообще, да, если что, надо как-то говорить, я еще там сижу. Хорошо. Или, нет, а, это, по-моему, это, знаешь, взрывчатка дезакционная. Это все-таки взрывчатка, да? Ну, пластид, вроде бы. Если ее расстрелять. Если мне кажется, там маленькая проводочек от нее торчит, потому что сбоку, знаешь, дезакционная, она взрывчатка. Не, так, прием, разведка. Нашли Сетчел на дороге стоит.
Будем чё смотреть, едет, надо искать. Чё едет где-то с запада? С района запада. Неизвестно. Всё приехало, наше всё приехало. Возможно, ДШК, машина была слышна. Буду наблюдать. Район 290-300, вот так-то. Шипаш. В районе я дороги, вроде да? Пробежался, вроде там ничего не видел такого. Не все чего-то, нет? Катакадыч, нужно найти наблюдателя этой мины. Я смотрю, да, на гору. Это точно мина? Вы да, подтверждаете? Мина. Да, понял. Странно. Тогда надо искать наблюдателя, то она дистанционного подрыва, скорее всего, будет. Ну, точно? Я говорю, мне проводочек кто-то что-то. Паш, тогда надо... Мина на сколько тогда получается? Вон там вот, да? В той стороне? На 140, на 130, на дороге. Да, 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 на 280 такого бинокль. Посмотрите, хребет. Он башка чек торчит. Сейчас посмотрю. А от камней вверху вниз надо или вверх? Вниз, вниз. Да нет, вроде нет. Стрельба. Крайний куда дом мы приехали? Бед за кого? Ранен. А ну, ранен. Крайний дом на западе без заколон, Карин. Понял. Вроде отработал, кровь видит. У нас радость моя, либо убита, либо... А где враг? Точнее, можешь... Бензоколонка, бензоколонка. Разрушена бензоколонка на западе города. Могу фугас отдать. Там гранаты вроде его положил, кровь была. Вы свои видите, по-моему. Медик, есть радости, радости нужна помощь. Вот нас было действие, медик. Я окажу, окажу ему, окажу. Окажу, открывай. Там... Никто не... Оказываю ему медпомощь. Остальные бензоколонку едет. Проверьте. Откуда? Что едет? Направление. Блин, у нас тут в Марате контакт, я нас обстреляли. Да. Извинитесь. По-моему, прострел идет, прострел с этим, без шумкой. Да нет, у них без шумки. Откуда ты можешь дать примерно? Запад от дымов. Запад от дымов приблизительно оттуда, как будто прострел идет. Здание простреливайте, западнее. У меня нет визуального контакта, нету, я помогаю ребятам. Меня не лечи, у меня все нормально, мне нужно морфин колоть. Паша, мне репит-морфин нужен, я не могу колоться, мне медик нужен. Я-то только стабилизировать могу, и его только стабилизировать. Бля. Ребят, медик нужен, нам ребят надо стабилизировать. Нет медика у нас, радость моя не седьмой. У меня есть все препараты, я просто ничего не могу сделать, попробую стабилизировать. Ограничения, то есть медик может все делать. Паша живой, радость моя живая, Паша в сознании, радость моя лежит. Паш, посмотри, это вдоль дома, от дымов там ничего нету, сейчас камни оголятся. Да, хорошо. Камней там ничего нет. Выходи, прижмись. Нет, прижмись, не надо, а то двоих свалит. Не надо, сейчас я попробую стабилизацию провести. У нас человек вырубается все время, медик нужен. Все перевязал. Так это не медик подрубается, случай? Я тебе все сделал, нет. Все. Сейчас только стабилизация активна. Паш, не надо, не рискуй. Сейчас
половину уже сделан стабилизация, может что-то поможет. Тут еще у меня валяется как будто это плащ. 7 часов. На 7 часов от моего взгляда кто-то это стонет. Это я, скорее всего. Нет, нет, сзади как будто. Так, это лучше, сзади от меня. Плохо. Половина времени. Кто у нас не раненый, проверьте бензоколонку, там впереди кусты. Мы иначе здесь залипнем. Обойдите это место. Ребят, обойдите через юг. Через юг обойдите, где БМПшка первые разы каталась. А к вам стягиваться или оставаться на позиции несколько точек? Да вы наблюдаете там направление? Мы наблюдаем, да. Ну, оставайтесь пока. С ногами чё-то все... Ну, если что, может вперед подвинуться немного или не стоит. Короче, офигенная игра, 10 из 10. Ну, у тебя замаскат сейчас. Больные. Чё, у вас людей что ли нет, запад проверить? Студент, чё там? Сейчас, секунду. Ты сам раненый, нет? Так это опасная была. Нет, нормально всё. Никого не вижу. Может, тогда пойдёшь, чекнешь? Сейчас чекну. Ну, 9 человек, 2 там, 5. На западе никого, и знаешь, чем проблема-то, господи. У нас два лежака, Паша без сознанки. Значит, 3 человека должно там быть у вас. Если 2 лежака. У нас один пошёл проверять, где он пошёл. А чел в балаклаве убит. А какое оружие? Тихо. АК-74. А он возле этого, да, края этой бензоколонки? Да-да, на краю бензоколонки. Ну тут скорее всего с Эчевым чувак и был наблюдатель. Не-не-не. Сейчас сразу снял, снимал. Маш, а если убиваешь, упал, Паша, смотри. Если человек убиваешь, из него упадает, детонатор из него упадает. Да хрен с ним, блин, спитер. Окей. Нет, просто чтобы знать. Снял рацию. Медик есть у нас, нет? Нет медика у нас. Так, грузим, короче, раненого в УАЗик, едем дальше. Слышно? Сейчас поедем. Слышно? Будешь, короче, вырубаться посередине войны. Мы не брали грузовик, нет у нас грузовика. У нас контакты врага убили, нас обстреляли 2 раненых, в том числе медик, и мы машина, не можем грузим, полечиться. Садись. Я периодически теряю сознание, поэтому могу пропадать. Положили его? Включите кто-нибудь. Да, положил. Или только медик может. Так, водителю кто-нибудь другой, я не буду водителем, я сознание терять буду. Я уже 2 раза раненый был. Так. Дальше выдвигаемся. Кто опять выпал? Так, еще один. Я выпал. Я тоже выпрыгиваю. Кладем в транспорт, че? Все. Убежал. У нас потери есть. Куда едем? Прием. Там сориентируйся, пусть БМПшка по холму выйдет вперед, и пехотка с ней, вот эти там 2 чувачка, Спитер и Каркарыч, сядут в БМПшку вместе с ней. Отдаваем, приказ. Я не могу, я сознание потерял. Давай еще разок. Че там, БМПшку вперед послать? Гарморуд? По они же на горе сейчас. БМП, давайте по холмам дальше вперед продвигайтесь. Сейчас будем в гарморуд выдвигаться на этом самом, на УАЗике. Давайте вперед. БМП, прием. Кому-то очень плохо, я смотрю. Это мне очень плохо. На ноги свои посмотри. Ну да. Болит. Ты уже 3 раза вырубился, это не норма. Возле бардака в домиках? Да. Слева от бардака, если смотреть со стороны бомбы. Я могу выстрелить. А, не свои. Ну вообще странно, Даша, не называется. Кстати, УАЗик инвалидов. Читайте, в балаклаве... Ну такие повстанцы. А, балаклав... Так, я давай проверю, а я все равно не жилец. Иду проверять, если потеряю сознание, бегу выстрелить. Там свои, назад, понял, назад, все, назад, все, назад, все, назад, все. Свои, там. Ты не можешь не падать. Сейчас двухэтажный дом. Просто инвалид. Все, выдвигаемся. 4-й раз тебе уже несу, давай, соберись. Давай вперед, по машинам, кто пешком продвигается, дальше продвигается. Так, ну-ка. Куда? БМПшка где? Подвигается на восток. По холмам.
Все, поехали. Это у вас, мы малым ходом поехали. Так, а Спитер, Каркач, вы там сели, нет? Как сначала назад отвинуто. А сейчас я вот от УАЗика с левой стороны вижу наш лежит там трупы. Ну что, как, оклемался? Сейчас опять если выпадешь, чтобы просто фейл. Я вроде себя сама. Проверь того слева. Если мы сейчас поедем, это... на следующем наедем, взрыв поможет быть. Кто там наблюдателями был? Спитер, это... с северной стороны на твоих холмах никого нет? Чем дальше, кого к юго-восток? Так, смотрите холм. Так, значит так. Паша раненый и студент. На моих студент, у тебя нормально все? Да, да, нормально. От моей метки на сколько? Так, три человека. Студент, раненый и Паш уезжают за этим. Остальные пойдем пешком. Студент и два раненых. Это Паша и еще кто-то раненый. Со студентом уезжают на УАЗике. Остальные пешком продвигаемся. У нас время уже. А на 340 труп? У нас еще вернуться нужно за этой фигней. За эти, да, за грузовиком уезжают три человека. Говори, куда ехать, поворачивай. Все, поехали. Назад разворачивайся и право. Могу взрывчатку поработать фугасами на дороге. Радость мою заберите тоже там, это раненую Пашу, где, помнишь, болеет? Да, помню. Сейчас направо, право, стой. Между домов заедь направо. Надо забрать. Там, может, медичка будет, это как-нибудь получится подлечиться. По мне, огонь. Откуда? Вперед. Я выпал. Ну, ё-моё. Юго-восток от тебя гора? Там выпал у нас ты. Дохляк. Прием, Спитер, Каркарич. Где там выпавший? Куда выход? Спитер, пошли. Где там куда наши выпавшие? Куда ж выход-то улетело, ребята, ну вы что? Все под контроль. БМП слева от вас была стрельба. Да, у вас стой. Тебя тащит. Да-да, вижу. Голова он. Сейчас метку примеру составлю. Да. Там много камней, много пригорков. Я же говорю, он большой. Ты столько больших. Надо смотреться. Нет, там их... Ладно, я пойду сам. Сам большой. Да. Большой. Один стоит. Фарма. Один. Паша, ты где? Давай вот так сделаем. А ребята, вы в одной телеге сидите? А ну еще раз. Не, не туда, ниже. Куда? Не туда, почти возле дороги камень большой. На карте так, раненых. Раненых забирать не будем. Оставляем здесь, грузимся в УАЗик, быстро едем за Уралом. Да, все. Все, понял вас. Поехали вперед сейчас. Короче, Паш, если я выпадаю, там можешь снайпер ехать надо, дальше. Снайпер надо, чтобы посмотрел. А я сюда не теряю. Сейчас направо будет поворот, на дорогу въезжай, направо поворот будет. Потом чисто по прямой руби до Росмана. Там без поворотов будет. То есть сейчас будет дайте поворот направо, потом еще один поворот, ты его пропускаешь. А потом следующий налево. Ты пока едешь, выпадать не будешь. Пока останов... Так. Налево. Дорога налево. Да, вот моя дорога и туда. Я неправильно тебе сказал. Все, я вот. Все, потерял сознание опять. Внимание, сзади стрелу нашел противник. Вероятно, движется в сторону дороги. Западной горы спустился, то есть синими сторонами. Синими сторонами, да, это вот стоит. У меня же выйдет жизнь не будет. Да, что-то там плохо все у них. 320, у нас тоже раньше. Да.
Сейчас бы мог воевать, а так пол миски раненый хожу. Вот рука. Да, давай. Показать прием на связь. А где там этот? У нас тут контакты Владимир Мородов. Наш УАЗик. Не УАЗик, а этот. Прием. Как он в ОВИ с остальными? Уже поехали, что ли, там? Кто поехал? Ну, конвой остальной. Ну, часть на базе остальной. Ну, они там, они прямо, там поехали. Прямо. Слева-лево будет. Следующий поворот налево. Мне больше интересно, как мы вообще этого чувака пропустили, который на заправке был. Ну, так проверили, видимо. Я же сказал, проверить дома, а заправку никто не проверил. Вот и все. Так, я пришел в себя, я теряю сознание. Будем по какому маршруту вести наш Урал? По самому быстрому. Понял, по оранжевому, понял. Надеюсь, там защиляться хотя бы можно. Так, ну Клир, ты там все живы? Понял, а что там с нашей пехотой? Я не могу пока вас связаться, уже далеко. Лево, поворот. Сейчас бы пропустил тебя. Пропустил. Наверх, налево. Я опять упал. Знание? Угу. Понял. Сейчас вот здесь по дороге у тебя прям будет направо теперь. Давай вперед, окей. До города. И на аэропорт заезжаю. Ну ты помнишь, где там старт? Главное, захиляться вообще не могу. Прием, Паш, как там у вас противников? Много ли? Блин, опять потерял сознание, меня по ДВшке запрашивают. Вот хитрожопый. На аэропорт надо ехать. Да, Клир, на аэропорт. Паша, прием. Не выходит на связь, не валял. Ну, не Бэха, не Паша. Давай. Давай, сознание, приходи. Знаю, это наливает. Так, я снова в сознании. БМП, я слышу, не выходит, да, на связь? Понял. Че, все, коробочка? А, на связи, БМП на связи. Все, понял. Иванов просил нам прикрытие кое-что придумать, но я так понял, вы не сможете, да? Ну, я не знаю, какие там потери. Я понял, уехал, понял. Я за Уралом еду. На базе ездит, это что? Это мы приехали. Ага, понял. Берем Урал и везем на оранжевый маршрут. Так, мы сейчас прицепим к Бетру его. А, все, ждем, понял. Ждем. Это ладится, с нами едет в определение. Так, куртки, БМП, все, понял. Мы на усиление не можем, у нас три раненых чувака. У вас медики есть вообще? У вас медики есть? Прием разведки. Блять, вы. Мы раненого лечим. Это вы, давайте, короче. У нас все раненые. Ну, может, я теряю сознание периодически. Кочегар! Подстрелили. Засада. Бывает. Давайте, слышишь, кочегар? Да. Подвози Беттер перед Урал быстрее. Что, Паша упал. Пацанов не подави. Да. Теряю сознание. Назад сдавай. Еще. Левее. Стоп. Что, может, морфинчика? Ну, если ему можно, давай, коли. Али, это Рус Фокса. Мне он и нужен как раз. Чё-то нифига тебе.
Ну, медик нужен, медик нужен. Ага. Медиков нету, да? Медика сняли. Чувствуешь боль, но... Да. Я его стабилизирую, подожди. Да, бесполезно, он там уже. А Русфокс чё, блять, у нас? Тоже, то же самое сделай. Чё там, прицепили, нет? А тебе простые смерть не могут морфинку давать? Как у вас там дела? Нет. Нуклеир, БМП, прием. Да короче, тут все. Это уже... Как дела у вас там? Пехота живая? Мертвый друг. Принял, чистите город, все. Цепляем Урал к Бетеру, будем вести по оранжевому маршруту. Если что, будьте готовы сняться и помочь. Ну, или лучше сидите и задерживайте силы, да. Да, правильно. Давайте там орете, пацаны. Ты ж, Паш, понял. Короче, не получается. Да. Давай поедем просто. Чего? Не получается, не получается. Там два троса, один транспорт, на другую... Какая разница? Как... А, я понял. Там четыре таких и один такой. Русфакс куда полез? Я тебя лечу, куда ты там? Не надо ничего мне делать, короче, не стабилизировать это не помогает. Тут медик, все. Все, погнали, ёпта. Подожди. Да не, короче, оставьте меня здесь, я тут уже как мертвый груз, так что... Езжай. Сейчас, погодь. Чем... Пашу в этот надо затолкать. Пашу. Да зачем тоже я? Уезжайте, у вас лазик есть. Стабилизируй. Не поможет, не поможет. Все, погнали. Езжайте. На шифте прям. Мы здесь остановимся. Ну точнее, да. Бетер, подожди. Прием, Бетер, на связи, перехвалил. Бетер, я у вас на броне сижу, буду наблюдать, как вы горите. Окей. Галя, прием, колокол. Подожди, ты на рации, нет? Эпичные кадры. Я на рации. Подожди меня, слышишь? Не, нормально, Галя, прием. Давай, мы сейчас зарубим. Давай, прыгай. Дворг, у вас какая колышка? Я не могу карту посмотреть. Приятно. По мне пиздец, давай, ну там не, ну ладно. Так, проверка. Да. Ну, Максим, давай же посмотреть, поэтому я не уверен, потому что она, ну, в смысле, хотя нет, ну... У меня вражеская КВшка на мне висит. Ебать, что? Класс. Чё за нахуй? ПЗ? Сука. Сука, как так, блядь, Паша? Паша! По машину же нельзя возить, не по маршруту, вы повезли её. Ты чё сделал? Ты дурак! Я чуть-чуть. Смысле, она в красной зоне, подожди, почему вот нельзя? Да, он еще в красной. Нет, нет, она так. дороги, реагирует на дороги. Там, Паша, ты чего? Я ничего, я на броне сидел. Паша, дурак, Максей пост. Я 37-й спрашиваю, почему вы все бросили? Лол, это ХД. Это просто жесть. А что, тачка не засчитала, что она сгорела, нет? Походу, нет. Нет, на тачку-то игр. Да. А, миссия-то не рубанулась? Нет. Миссия с вагоном какая-то сидела, умер. Ну, Паш, что с тобой делать будем? А я тут при чем? Во, на самом деле странное дерьмо, в плане того, что в красной зоне не должна умирать. Ну ладно, будем знать. Там скрипт на реагирование. Надо было по дороге, конечно, ехать. Ну ладно, что поделать. Блядь, на вас, знаешь, по дороге. Ой, в городе. Там все в анаре ждали, вон сидят. Он тут матерится, он видит, что я виноват и что все такое. Да, вот там я играю. Что, радость мою бросили. Тут только рубить. Да там вообще писец. Так я же говорил то, что он там лежит. Че, лол. Блин. И что делать? Голгейм, кто это? Давайте рубанем. Тен. Смотрите, там 60 минут, а сейчас 50. То есть 10 минут осталось. 10 минут посидим, подождем. Ну ладно. О, Фокс очнулся. Народ еще в живых, до хрена. Лол. Да. Кто там?
Да, да они пока найдут друг друга. Пацаны на УАЗике такие, что делать? Что делать? Да-да-да. Шашлык жарят. А чё бетер-то взорвался? Вот это непонятно. А там, это... Подрыв БК. Стоит скрипт. Ну, вот этот модуль. Я уже думал, блин, что за гиперкотлеты пора на ВВП прошли. Там же... Вот, блин, это было очень красиво, когда репит, каштан, просто варьера встретили, стояли, смотрели в одну точку все. Варьер выбегает, ключи из забора, и втроем они в него просто из всех орудий. Там они в Анаре все равно сидят, ждут, короче. Да и в этом ждут, как он, в Тимуркаве, или как он, Гармарут. Тоже есть сила, то есть вот так все было понятно. О, тут это, ужас слова. Че? А тут ужас слова пишет 37-й. Какие слова? Ну я не могу говорить. А где он пишет? Я не буду... Ну он в личку, он тут сидит. А, ну в личку это в личку. А кто предложил этот Урал забуксировать на БТР? Так мы предложили. Ты думал, он взорвался из-за того, что мы буксировали? Взорвался. Ну короче, ему не нравится то, что вы его сбросили, потому что никто нет, его не забрал. Триггер конченый. Ну не то, что конченый. Нет, я понял, такой. Понял. Просто вот сейчас думаю, вот пацаны сидят, смотрят друг на друга, кто из них виноват, думают. Да. Паникуют. Да нет. Там виноваты мы, короче, в плане того, что мы не поняли, как триггер действует. Мы думали, что он за красный зон, ну, в смысле, всю красную и дороги. А он вот так действует только дороги. Мы думали, сейчас типа проедем через аэропорт быстренько и нормально все будет. Ну ладно. А, это нормально то, что там студент бросил чувака? А вообще надо предупреждение ставить. Чтоб вы понимали, потому что без предупреждения это бред какой-то. Ну, в плане того, что бред. Так сложно. Дополнительные линии рисовать не сложно. Ну блин. Ну ящик-то живой, главное ящик довести. Да. А я же так сидел эпично на бэтере, смотрел, как едет он. Думал, сейчас будет круто, там под обстрелом будем ехать. Все так будут думали. Кадры будут. А ни хрена. А на оранжевом маршруте, я смотрю, вообще никого нет. Нет, офигеть, на оранжевом сидят. Нет, ну они на перекрестке сидят, да, маршрутов. Да. Ну это правильно, на самом деле. Ну. А, ну Клера, ты тоже, что ли? БМПшку бабам. А ты когда сгорел? Ну, минут, наверное, 5 назад. Да. Минут 5, наверное, назад. А где сгорел? Возле Гармаруда, к западу. А зачем ты близко к ним подъехал? Не, меня с запада накрыли как раз, там ребята я вижу. К нам пришли сонара. Да. Я что-то не вижу. Она пропала только что буквально. Я тут трансляцию смотрю игры. Надо было выше подниматься. Вот прям то горочка и сочная. Ну вот сейчас только остается трансляцию игры посмотреть. Мы не обращали на запад, поэтому вот сгорели. Я тут в стиме попросил тебя трансляцию разрешить мне посмотреть. Сижу, смотрю. Я могу так. Всем пофиг. Честно. И всегда все пофиг. А это военный, кстати, с этим, с тейгером сидит. Ну, на взрывчатку. Да кто бы узнал. Окей. Тупо что взрывчатка не взрывается, когда по ней стреляешь. Это с Фокс, ну чё ты, это шахит, зачем тебя убил? А толку? Взрывчатка ставлю. Я падаю. А ты меньше живой, а нет, всё не живой. Чё там по случаю? Триггеры. Что? Триггеры. О, триггеры? Да. Мы, очень короче, ехали по красной зоне, а триггеры не на красную зону, а на зелёную дорогу. Да, судя по тому, как Паша ехал, он и не хотел на дорогу возвращаться. В смысле, значит, как я ехал? Я не ехал. А чё ты делал? А кто ехал? Я терял сознание только. А кто ехал? Я ехал. Бэтр кто-то вез. Бэтр вез. Кто ехал еще раз? У шахидов даже дальномер. Вы серьезно? Да, у шахидов даже дальномер. Кто такой беспалевный мины прямо с этой дороги, я вот не понимаю. Не, нормально, ее хай нас дефьюзишь.
Радость проснулся, как-то. По обоим нормально. Нифига, я из Птура от меня это работал, из тупушки. Эй, пачка. Ну, я из двух обоим или трех автоматов. А, чё? Этот... Коробочка тоже слегла, всё? Угу. Ясно. Я запомнил, как теперь коробочка выжигается. Если появляется неприятный звук и двигатель становится оранжевым, просто выпрыгивать и убегать. Нет, это повезло, что она не сразу взорвалась. У них нету, да? Красный. У них нет. Да, я не знаю. Обычно мы сразу умираем. Как у них машина с пулеметом. Ну это, господи, это разотехника. Паниковать надо, когда тихий глухой звук слышишь, так это значит тур. Эти чуваки думают, где грузовик, куда они его дели? Растворили. На данжевой сидят. Я же говорю, можно монарх просто половину Николая коня сидят. И просто не проедет никто. Две точки. Три дороги, но при этом две точки. Вот и военный приехал. Не получилось. Ой. Айпит. Что, он же вроде? О, маслину свою. Господи, их и там еще дальше в городе, господи. Mm-hmm. Да. Больше скажу, грузовика больше нету. Они этого не знают. Не за что больше. Может, там война идет, они там своих. Интересно, а почему триггер не сработал на конец месяца? А скорее всего считается, что грузовик целый еще. А как он считается, если триггер взрыва на него действует? Потому что грузовик был прицеплен и считался, как срывается, он не как объект. Отдельный же триггер, а не один общий. Но он же на грузовик должен считаться. Да. Ну, я не знаю, может, вот, действительно что говорю. Было прикольно, если бы грузовик взорвался, а бэттер не взорвался, мы просто по горам, короче, не по дорогам. Просто проехали по горам и это самое все. Кайф же. Нет. Так лол, это было вообще 10 из 10. А если попробовать его отстегнуть сейчас от бэттера, он может не появится? Не, это уже сгорел уже. Смотрите, у Флайера вообще гейминг потрясно. Сидит с РПГХ заряженный. Надо было, значит, ехать пораньше. Правильно делает. На самом деле, в Анаре очень хороший РПГшник сидит. Прям с поворотом. Он бы нас спалил, скорее всего. Слушайте, а кто по горе бежал со своим блином? Якорь, короче. Не-не-не-не-не, другого. Я бы так не сидел с РПГХ без печати. Кто меня с СВД убил? Ну это там по горе двое бежали. Меня ты завалил. Меня вообще, блядь, сбычал. Сначала хотели убить, потом придумали. А чья миссия, кстати? Военная. Военный здесь? Да, да. Это, по тебе бэттер работал? Попадал, нет? Нет. Меня убили. Но я понимаю, что там кого-то проходил был. Вы так беспалевно из окна выглядываете. Я вообще на горе сидел, я видел БМП. А кто на заправке вообще был изначально? Хороший вопрос. Я Николай наводил. Не Валяшка пишет, руби это говно, мы устали бегать. Ты правильно делаешь, руби. Две минуты. Полторы даже, меньше даже. Все, меня сейчас не Валяшка просто убьет. Ну что, у тебя играть получается, да? А ты не говори. Че, блядь, бросили меня, понять не могу. Скажи, РПГшник зашел к нам. Алло, меня слышно вообще? Да. Че за хуйня, блядь, почему бросить нахуй этих раненых. Полечили, блядь? Ты радость? Сказали? Ты радость? Да, сказали я сказали кому-то, блядь, никому, просто по КВ сказали, заберите его, кому, блядь, это сказали, я понять не могу. Кстати, я тоже не понял, почему вы его не нашли и не взяли. Раненые. Все хуяку забили такие, блядь, ебались на УАЗике. Охуенный тимплей, блядь, охуенно поиграл. Спасибо, блядь, за игру. Вот я сейчас понимаю радость, добро потому что добро пожаловать в Орму, ей-богу. Да в пизду нахуй этот отстрел, блядь. Да спокойно. Тимплей ебаный вообще. Да чё, блядь, это за хуйня вообще, я понять не могу. Это пиздец, блядь, это не тимплей, это хуета просто. Кто тебе тимплей, ты на чём вообще? Слушай, командования нет, никакого тимплея. А кто бежал по склону горы и его с калаша убили? С СВДхой? Паша, выключай, минута осталась. Фиг знает. Просто пошёл, Паша расстрелял. Почти в голову. Через 10, даже меньше, 5 секунд она сама выключит. Наверное. Они убили чики-брики. Мне понравилось, я такой, говорю, снаряд для РПГ нашел. Да.
Кай. О, мне двух засчитали. Убитые прикол. Противники. Убитые противники, как чего? Верст. Как я убил? Ну. Паша, что у вас произошло? А что произошло, да, кстати, сурово. Паша, смотрите видео, ничего рассказывать не буду. Можно на стрим дойти сейчас, как минут через пять. Я, короче, на двоих напрогал. Вот. Самое важное.